Начальник управления МВД России по Одинцовскому городскому округу Алексей Школкин начал встречу с вручения коллегам грамот и благодарственных писем. Заместитель руководителя администрации округа, курирующий вопросы безопасности и противодействия коррупции Максим Шерманов, подчеркнул, что взаимодействие муниципальной власти и правоохранительных органов находится на высоком уровне. Он поблагодарил полицейских от имени главы округа. Неоценимую помощь в обеспечении правопорядка сотрудники полиции оказали нам и при рассмотрении проекта бюджета Одинцовского городского округа, важных публичных слушаниях, на которых небезызвестной стороной предпринимались попытки неблаговидными средствами достигнуть своей цели, сорвать данные слушания. За это вам, коллеги, отдельное спасибо. Другой немаловажной повесткой 2019 года, скажу больше, прорывом года, стала работа по оснащению подъездов. Коллеги, мы фактически первые, кто в полном объеме выполнил план. В своем докладе заместитель начальника управления МВД России по Одинцовскому городскому округу Вячеслав Савкин озвучил некоторые цифры. В 2019 году в дежурные части Одинцовского городского округа поступило более 90 тысяч заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Этот показатель является вторым результатом по области. На протяжении 5 лет количество регистраций по УВД в целом возросло на 18,4%. 76 832 до 90 946. Из всех регистраций 4341 это сообщение о преступлениях. Из 4341 зарегистрированных в текущем году преступлений лица установлены по 2694, что составляет 62,1%. Область 59,5. За цифрами стоит большая работа. Полицейским есть чем гордиться. В округе стало меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними и лицами в состоянии алкогольного опьянения. Снизилась рецидивная преступность. Вырос общий процент раскрываемости. Принимаемыми профилактическими мерами удалось снизить количество совершенных преступлений следующих видов. Это убийств на 57,9%, всего зарегистрировано 8. Грабежей на 17,2%, 72. Общий массив краж на 17,2%, зарегистрировано 1432 кражи. В том числе краж из квартир на 24,8%. Краж из дач и садовых домиков на 52,7%, а также транспортных средств на 31,3%. Всего зарегистрировано 68. Положительная статистика касается и деятельности участковых уполномоченных. В прошлом году ими было раскрыто 874 преступления. Не обошли стороной основные проблемы и недостатки в работе сотрудников управления, а также по линии учетно-регистрационной дисциплины. Все недоработки полицейские возьмут под особый контроль. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».